Символы Олимпийских игр – самые популярные сейчас фотоплощадки пекинцев. Предпраздничная столица нарядно украшена гирляндами и традиционными элементами декораций. Город готов встретить Новый год, а следом и новую Олимпиаду. Я взяла с собой бинь-дунь-дунь, чтобы сфотографироваться здесь. Я чувствую приближение Олимпиады. Когда Пекин выиграл заявку на проведение игр, мы с семьей были так рады. Мы посетили почти все олимпийские объекты. Праздничное столичное убранство имеет особый смысл. Два важных события пересекутся в феврале – Олимпийские игры и Новый год по лунному календарю. Поэтому спортивная тематика изящно дополнена традиционными символами праздника весны. Так много украшений в городе на олимпийскую тематику. Очень здорово, что в Пекине проходят зимние Олимпийские игры. Во время праздника весны мы всей семьей будем смотреть соревнования по шорт-треку и фигурному катанию. Особое торжество и романтичный дух события дополняет вечерняя иллюминация. Ночной Пекин освещают 200 тысяч мерцающих красных фонарей. Китайский узел, символ счастья, гармонично встроен в архитектуру площади Тяньаньмэнь. Дорогу к олимпийскому конькобежному комплексу по шорт-треку и столичному крытому стадиону освещают снежинки. А на площадке для прыжков с трамплина и сноуборда Big Air Shogun можно увидеть настоящее шоу огней с трехмерной проекцией элементов зимних олимпийских игр и праздника весны.